начинается игруха более-менее позитивно. Вроде бы даже как-то слегка даже красиво. А вот тут вот даже весьма красиво. Прикольно, даже какие-то надежды идут, что будет игруха прикольная. А вот дальше начинается типичная пошаговая стратегия. С весьма посредственной графикой. Даже герои пятые, которые вышли хрен знает когда, у меня по моим воспоминаниям, там графика прилично веселее была, чем тут. Вообще непонятно, зачем до сих пор выпускают эти стратегии пошаговые. Раньше-то понятно, почему они появились. Компьютеры были слабые, все в реальном времени нельзя было обсчитывать. Поэтому сделали пошаговые стратегии. Но почему они дожили до нашего времени, я вообще людей, которые в это играют, реально не понимаю. А еще которые любят кричать, что это мега круто. Вот. В общем, типичная стратегия пошаговая. Надо выбирать, что-то удары какие-то, ходы наносить, повреждения. Тупость вообще, честно говоря, полная. Потом еще ролики смотреть. Вообще не интересно абсолютно. И графа все-таки, блин, слабенькая, очень слабенькая графа. При близком приближении видны хреновые текстуры. Хотя во всех современных играх приличных, даже если очень близко приближать, то все равно текстуры и детализация очень классные. То есть если мы возьмем даже, к примеру, ну не даже, Наполеон Total Wars, в принципе, это, конечно, одна из самых крутых, наверное, игр. Но там вот если приблизить, там графа просто будет шикарная. Непонятно, почему в заявлении написали, что там самые современные технологии. Так, и тут мы типа в городе передвигаемся. Я первый раз, когда играл в Героев Пятых, это была моя первая пошаговая стратегия. Долго удивлялся, как это так можно играть, куда-то ходить, какие-то шаги. Тупняк, в общем, полный. Что-то получаем, шаги кончаются. Меню игры, которые вон там иконки какие-то есть, тоже в каком-то, это, наверное, такая стилистика, но при этом видна такая, ну это можно назвать слабой детализацией, хотя это по идее всего лишь картинки, но какие-то вообще стрёмные на самом деле. В общем, я в такое не играл никогда и играть не собираюсь. Жаль, только устанавливал долгую игру. Фигня, в общем, какая-то.